Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчо Эдху. Продолжаем проходить мод Долина Шорох. Давайте обратно сходим к этому чуваку. И я понял, что с ним нужно делать. Точнее, как с ним быть и так далее. Это не просто, это не трудно, поэтому мы дойдем сейчас здесь быстро и сделаем это все, что нужно. Давайте сначала поставим артефакт на минус радиации, пусть она у нас выветрится из организма, то есть мы ее выведем каким-нибудь способом. Идти нам, конечно, далеко, но ничего. Теперь поставим вместо него. Теперь все окей. Теперь у нас восстановление выносливости общего. Фу. Как вы видите. Опять на эти чуваки. Идти в жопу, я с вами сражаться не буду. Хотите, не хотите, но сражаться с вами не буду, только потому что мне это нафиг не надо. А вы кто такие? Просто сталкеры, которые решили погулять. Ну привет! Ну привет, мужик. Ну привет. Вам показать, что такое настоящее мужик. И сразу убегать. Вот что за твари такое? По воздуху бежать тоже не дело. На самом деле. Так. Бум. Полегче, парень. Я обратно иду. Хотя нет, я правильно иду. Вроде как правильно. Точно не могу вам сказать, как я иду. Правильно, неправильно, но вроде как так и нужно. Снорков мне только не нужно. Тех новых тварей тоже не нужно. Поэтому мы как-нибудь минуя. Здравствуйте. Правильно, хорошо, но это было лучше. Гораздо лучше. Вот мы уже пришли. Карта маленькая на самом деле. Мы уже прибыли к тому месту, которое нам нужно. Тут все очень просто делается. На самом деле. Все проще простого. Сюда! Выручайте кто-нибудь! Ну и где второй? Мужик! Жет меня! Вот так и... Вот это место. Сейчас 2 секунды раскопаем. Хорошо, мужик, хорошо. Ты их лутать пойдешь, да? Сначала я лутаю одного из них. Не знаю, еще не потом трогать. Они мне не нужны. А да, лучше, ребят, берем пока реген ХП, поставим минус радиацию. И нам нужно выкинуть... Так, мужик, чего ж там у тебя? 10 килограмм. Ладно. Хотя сделаем проще. Вот этот. Вот этот. Вот этот, я сказал. Вот этот. Но теперь нам не хватает веса. 67 и 62. Хорошо. Геркулес нам в помощь. Теперь нужно сдать этот квест.
Я не думал, что это далеко. То есть не близко должно быть. Хотя, все-таки могу вам сказать, так гораздо лучше. Проще. Так выносливость восстанавливается как сумасшедшая. Все гораздо лучше, нежели в той ситуации. Что ж ты, мы отдадим тебе инструменты, нам сможешь третий этот крафтить сразу, да? Думаю, да. Хотя, это чуть-чуть другое место или то, я не помню. Нет, это то место. Или нет? Короче, я не помню, ребят. Не могу вам сказать точно. Сейчас пойму. Это то место, да. А! Тактический шлем. Черный ястреб, патроны. Теперь ты мне можешь апгрейдить. Да. Теперь ты мне можешь апгрейдить все, что угодно. Вот только денег у меня на это все нету. На тебе 2800. Зиртыгл тоже. Тоже. Один гриб. Один я гриб сказал. Вот это еще. Патроны к калашнику. Вот эти патроны. Трубочки тоже. То много веса от них. 5000. То есть улучшение нам должно хоть как-то хватить. Теперь можно фул улучшать делать. О, контейнер артефактов плюс 2. Замечательно. Ремонт сколько у тебя? 400 рублей. И вот это хочется. Ну ладно. Носительность. Точность и удобность. А уж у этой штуки система автозахвата, отдача и точность. А шлем и достаточно денег. Достаточно денег. Валка. Просто жуть. Денег недостаточно. Тут, конечно, надо было лучше этот, потому что все-таки нам бы давало. Давайте, знаете, сделаем, может, кто-то скажет большую ошибку, но, ребят, мне абсолютно все равно, мне все воздействие абсолютно не важно. Вот тебе артефакт, дружище. Крутой причем артефакт. Так, качнем сначала. Восстановление сил, конечно же. О, что тут? Восстановление здоровья, восстановление заживления ран. Фактор 2. Радио или термо. Химки, термо, электро и радио. Вот это вот. Ну, тратится чуть-чуть совсем. Причем все эти слоты открыты. Сможем сделать вот так, вот так, вот так и вот так. И все у нас будет хорошо. 82 килограмма. Реген фулл хп, можно сказать. То есть, смотрите, у нас термозащита, заживление ран, плюс эти вот артефакты. Ну, вообще, у нас здесь вообще не тратится почти. Так, теперь у нас остался квест с вертолетом. Чтобы до него дойти, нужно в средний город попасть. Сейчас ноту пойдем уже, я думаю. Выносливость теперь у нас гораздо. Выносливости гораздо больше. У нас теперь вот так вот можно делать. И прицел, смотрите, какой. А это многое значит. Так. Я не помню, как туда попасть. Точно не так. Только реген у нас теперь бешеный просто. Потому что тут есть артефакты. Ой. Что-то я вообще творю какие-то непонятные вещи.
Все, посмотри, где этот артефакт? Нет, тут у нас только те трупы, которые были. До сих пор лежат. И все. А реген, ну, ХП у нас бодрый, так что. Смотрите, как у нас реген с ХП. На данном моменте быстро, я думаю. Вот все, у нас реген ХП фул. То есть ХП у нас уже фул. Регенится оно почти моментально. У нас сколько регенов ХП? Давайте посмотрим. Это дает плюс 7. Нет. Это дает плюс 7. Плюс костюм дают плюс 4. То есть у нас 1 восстановление здоровья. Офигенно. Офигенно, ребята. Так точно, не в этой аномалии. Нам бы вниз. Ой, блин, ребята, мы все это время шли не туда, куда нам нужно. Так, давайте посмотрим, как там попасть. Пройти вот так, потом вот так и вот так. Только так можно пройти. Хорошо. Так, сейчас мы и поделаем. Других вариантов у нас просто-напросто нет. Нас какой скоростью я тут побежал. Вообще ничего не везло. Нам сюда? Ладно, давайте перейдем, посмотрим, куда нам это. Нас это приведет. Ну, догнать они у нас никак не догонят уже. Ой, да не тоже. Да, это нам именно, нас именно туда и привело. Так, теперь нам нужно ходить куда-то вот сюда, где аномалия у нас есть. Вот это вот. Хорошо. Входим. И пройдем еще один квест. Просто для того, чтобы было. Жаль, самому себе сталкер вместе не доставить. Вот отняли у нас здоровье, как оно устанавливается? Не сказал, что прям быстро устанавливается. Как же задолбались тут же здесь этих аномалий, а? Миллион просто. Зачем так много аномалий стоит? Не понимаю. Через город. Уже город бежим. Почти. Теперь в город. Запыхиваемся, но все равно, конечно, да? Ничего. Просто отложим вещи, которые нам не нужны. Типа вот этого, вот этого. Что нам для снайперки. Так. А что у тебя интересно? Еще один детектор. Валис. Продается. ТПР. Так, нам вниз вот так, это нужно идти. Я не помню, что нам за тут квест дадут, но что-то дадут определенно. Нам нужно сначала. Я могу вам сказать, что сейчас мы еле-еле сможем дойти. Норм. Thank you.
прям какая-то осада зомби. Сколько им нанесет эта вот штука? Два патрона, хорошо. Мы почти добежали уже до аномалии. Надо было узнать мужик. Где-то здесь. Должен убежать. Мужик. Ключик. Встречающая делегация. Так, теперь нам нужно бежать к самому вертолету. Собственно. Близко. Ну давай, беги. Мужик, беги. Беги, мужик, беги. О. Вертолет у нас уже здесь. Вот он, наш красавец. Почему вы враги? Что у нас? Но у нас есть такая штука, которая позволит нам выжить и взять все это, весь этот хлам. Сначала мы тут сдадим все торговцам. Чтобы у нас не было перевеса, нам уже я тебе принес кучу всего и куплю обратно у тебя свой артик. Ну да, куплю. Конечно же, куплю. И сюда мне тоже не нужны шлемаки, мне тоже не нужно 600 патронов, мне тоже не нужно 8000. Все хорошо. Теперь все замечательно. Так, давайте сходим, отдадим задание и закончим. То есть закончим задание и закончим серию. Такие пироги. Так, давайте посмотрим, куда нужно уходить. Где это так, окончание задания? Ясно. Прямо сюда нужно уходить. По идее. Недалеко идти на самом деле. Ветка эта. Тут уже осталось совсем чутка. Так что тут убежать можно прямо. Вроде ям не должно быть, или будет, я не помню. Но вроде не должно. Да.
сделать. Оружие опусти, мужик. Дим, не переживай. Не переживай. Начали. В общем, ребят, на этом закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. А, стоп. Я же ему продавал. Ну да. В общем, всем пока. Спасибо всем за внимание. С вами был Сенчер. Кликайте на рекламу.